«Кавказская пленница» отмечает юбилей. Ровно 50 лет назад, в год выхода комедии на экраны, ее посмотрели более 70 миллионов зрителей. Это каждый третий житель Советского Союза. История похищения девушки влюбленным джигитом легла в основу всенародно обожаемой кинокомедии. Она вмиг завоевала сердца и быстро разлетелась на крылатые фразы и узнаваемых персонажей. Балбес, трус и бывалый. Услышав имена этих персонажей, каждый из нас поймет, о каком фильме идет речь. Вряд ли найдется человек, который не смотрел эту чудесную комедию. А фразы из фильма стали крылатыми и прочно вошли в нашу жизнь. Съемочная группа ТВЛ вместе с жителями нашего города решила вспомнить некоторые из них. Это студент! Спортсменка, комсомолка. Студентка, комсомолка, спортсменка. Комсомолка! Спортсменка! Комсомолка, спортсменка и, в общем, хорошая женщина. Наконец, она просто красавица. Вот когда Микрутян Баранов гоняет, гэ-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 
Женщина, друг, человек. Минуточку. Минуточку, пожалуйста, помедленнее, я записываю. Наверное, пресс. А, пресс. Бортовой кузов. Что он говорит? Бомбарбия киргуду, вот так. Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Затем на развалинах часовни... Простите. А башню в 13 веке я тоже развалил? Тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке. Да здравствует наш гуманный, этот справедливый суд. Самый гуманный суд в мире, да? Садитесь. Спасибо, я поставил. Господин судья, он не может сидеть. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Да отсохнет его карбюратор во веки веков! Что? Что такое, дорогой? Печку жалко. Оставайтесь на волне отличного настроения вместе с ТВЛ.